откуда произошло название нашего села. Первое предположение, что оно произошло от польского слова «рашка», что означало «сосуд для вина». Говорят еще, что название нашего села произошло от слова «радушный», «гостеприимный». В переводе с турецкого означает «достойный похвалы». Тур по Рашкову и одна из первых остановок – еврейская синагога. Ее построили в середине 18 века. Здание входило в двадцатку красивейших сооружений Европы. Легенда гласит так, что когда местный магнат возвел фундамент этого здания, он проехал на ней на тройке лошадей. Смотрим на ширину стены. Она больше 2 метров, значит фундамент еще шире. Рядом с синагогой родник Панская Крыница. По одной из легенд, гетман Богдан Хмельницкий на свадьбе сына Тимофея преподнес невестке Роксанде ключи от Рашковской крепости. Через год Тимофей погиб. Горе и отчаяние. Роксанда шла и плакала. И слез было так много, что они стеклись, и образовался колодец, который первоначально назывался колодцем Господарыни. До сегодняшних дней сохранились руины Покровской церкви. В 20-м столетии церковь закрыли, а здание отдали под колхозный склад. Сегодня по историческим местам прошли местные школьники. Мне рассказывали бабушки, прабабушки, мне все рассказывали, я все знал. Но все же я до сих пор поражаюсь величием нашего прекрасного, достаточно древнего села. Мы имеем возможность наблюдать сегодня костел, который возвышается над нами, и Покровскую церковь, синагогу, Панскую крыницу. Это все памятники, которые оставили нам наши предки. А еще были экскурсии в село Хрустовая и в саму Каменку. Там рассказывали об истории города, связанной с периодом, когда местечком владел князь Петр Вингенштейн.